Всем привет! Просили рассказать, как залить это перо в технике флюид-арт. Рассказываю. Нужна фанера, но только толстая. У меня здесь 12 мм. Я ее не грутую, так как замешиваю акрил с грунтом по дереву. Наношу на поверхность два слоя. Как видите, вот первый слой с кисточкой растираю. То есть не забочусь особо, что у меня здесь пятна, проплешины. Даю ему высохнуть, строительным феном прохожусь. И перекрываю сверху слоем уже замешанная отдельно акриловая краска. Я использую даже строительную водоэмульсионную. Добавляю туда ПВА-клей и секретный ингредиент. Жидкий силикон. Можно купить в автомобильном магазине, есть в спрее силикон. Пшикаете туда несколько раз, хорошо перемешиваете. И смотрите, я наливаю просто лужица в лужицу, абсолютно хаотично. У меня здесь три цвета. Белый, серо-голубой, а четыре. Черный и синий. И в некоторые добавляю по порядку, там белый, серый, голубой, синий. А в некоторые просто белый, серый, черный. И с самой середины шпателем растягиваю лепесточки в форме перышко. Потом прохожусь горелкой, так как здесь есть пузыри, и они освобождают рисунок прям, и он становится более такой живой и насыщенный. И благодаря силикону, посмотрите, как рисунок видоизменяется, как раз появляются вот эти ячеечки, прожилочки, то, от чего и полюбился флюид-арт, техника, пришедшая с Соединенных Штатов Америки. Надеюсь, было полезно. Лайк!